Здоровенькі були, усім привіт, любителям зверюшек, черепах, змей, лягушек. Ми знаходимося в Києві, в одному із парків. Вот. І тут оказалась куча людей, но тем не менее здесь живут черепахи. Но что интересно, знаете, какие черепахи? Это не наши европейские черепахи, это американские черепахи. Представляете, у нас в Киеве, в парках, в озерах живут американские черепахи. То есть Америка уже здесь, все. Так что климат меняется. И, ну, вы скажете, а что случилось? А случилось то, что вот в зоомагазинах продают таких маленьких черепашек, красноухая называется черепашка, американская. Вот. И люди их ловят, ой, ловят, вернее, покупают, и деткам подарочки дарят. Вот черепашку там на день рождения, там на какой-то праздник, маленькая черепашка. И они очень легко содержатся. Живут себе в аквариумочках, там островочек можно сделать, кушают все подряд. И кусочки мяса, и рыбу, и корм для черепах в магазинах продают. И вот эта черепашка растет, растет, растет. Ну, бывают всякие случаи, что она может и погибнуть. Ну, часть черепах вырастает вот в таких вот блюдца. Вот. И людям, ну, что делать? Они их, что в Киеве живет ребеночек. Мама сказала, ой, что эта черепашка у нас уже разломала аквариум. Все, давай ее выпустим. И вот выпускают в озера, в парке озера, в Днепр выпускают. И что? И живут они, представляете, зимуют у нас американские красноухие черепахи. Вот. Так что... И еще кроме черепах, здесь живут еще ужи. Вот. И они, что интересно, они не боятся людей. Тут людей, ну парк, тут кругом дети, люди с колясками отдыхают. И они привыкли, они уже домашние стали эти. Как, ну не знаю, тут как зоопарк, тут уточки плавают, черепашки, ужи. Вот ужи интересно, не боятся. Я не знаю, я бы хотел, вот черепаха вон сидит, поймать ее, показать ближе. Но я честно говоря, не рассчитывал, что мы тут такое найдем. И у меня не в чем лезть в болото, нету ни сапог, ничего. Я не знаю, не хочется, конечно, вымазаться в грязи. Вот, ну, не знаю, уж-то вообще далеко залез. Ой, ну, не знаю, сейчас попробуем вам поближе это все показать. Вот, а ужа вот там надо посмотреть, он оттуда виден, он отсюда не виден. Что, я босой буду ходить? Доски нет? Дайте мне доску какую-то, люди. Ничего нет. Вон, смотрите, сколько тут людей отдыхает. Самокате, давай на самокате за ужом поеду, да? Так, ладно, ну что, я не знаю, честно говоря. Может, я достану до него, покажу вам вблизи ужа. О, смотрите. Я почти не промочился. Смотрите, какой огромный уж. И они тут не боятся людей совершенно. Это самка обыкновенного ужа. О. Ну, у нас уже есть видео про ужей. Это змея. Чего тебе убрать? Это не ядовитая змея. Это хорошая змея, она не кусается. А ее можно погладить? Можно погладить, погладь. Вот тут погладь, вот погладь. Вот, видишь, она пугает так, дергается, думает, что ее испугает, испугать хочет, что она кобра. Но она не ядовитая, эта змея, совсем не ядовитая. Ну что, мы ее сейчас выпустим, пусть лезет, лягушек ловит, да. И рыбок, да? Может, будем попустить? Ну, в общем, вот такая у нас самочка. Большая ужиха, да. Ну что, выпустим, да? Выпускаем? Ну пусть лезет, пусть лезет. Ну вот тут люди ходят, уже их не боятся, и люди уже не боятся. Это хорошо. Надо людям рассказывать. Уж это змея не ядовитая.
И вот дети должны это знать. Главное, дети, чтобы когда выросли, чтобы они не убивали, не боялись этих всех змеек, которые не страшные. Да и страшных не надо бояться. А вот как черепаху красноухую поймать, я даже не знаю. Тут у меня уже точно я утоплюсь там. Не знаю. Так, ну я попробую нырнуть за черепахой, но для этого надо раздеться. Ну не полностью, конечно. Сейчас холодно, конечно, у нас еще не май месяц. Ну почти май уже, конец апреля. Ой, что это за цирк тут будет, я не знаю. Но успеха того, что я ее поймаю, это никто не гарантирует. Сейчас я поплыву. Все, всем пока, я поплыл. Так, все-таки я утопился, ай! Но почти сухой. Ой, вот, смотрите, это самка красноухой американской черепахи. Да, американской. Так что привет с Америки, но это Киев. Киевский парк и красноухая черепаха. Смотрите, какая она здоровая выросла здесь, тепленькая. Сейчас дадим тебе потрогать. Ты ее же не боишься? А ну на. Она не страшная. А ее можешь походить? Только она, в принципе, может укусить. Сюда руку не надо и к носу ложить. Выше, дальше. Красноухие черепахи, кстати, они кусают. О, смотрите. Она хочет меня укусить. А ну, сейчас мы... Мы ей что-то дадим в рот. А что это мальчик? Вот так. О. Да оно сухое. А ну, вот смотрите, видите, какая она кусючая? Это красноухая. Если она схватит за палец. О, хрустит прямо. А ну. Но она не сидит. Она понимает, что это веточка. Вот за палец она хорошо укусит. Не-не-не, она тебе за палец укусит. Не надо. Что ты не это? Не, она тебя перепутает и укусит не за веточку, а за палец. Так, смотрите, в общем, чем красноухая отличается от нашей европейской болотной? Ну, во-первых, ушами, как говорится. Как говорится, уши-то у нее, конечно, не красные, это просто у нее такие полоски. Видно, да, какие у нее полоски на голове красные? Вот, о, смотрите, она лезть собралась. Она собралась лезть. Вот, видно, да, красная? Вот такая это здоровенная черепаха красноухая. Ну, в общем, она отличается, значит, расцветкой. То есть наше болото, она с такими мелкими желтыми точечками и сама черная. И главное отличие – это вот эти полоски на ушах. И потом, значит, эти черепахи очень выносливые. Они, как вы поняли, живут не только в Америке, а даже адаптировались у нас в Украине. И еще что, они вытеснили... Вот здесь у нас, в наших болотных, уже нет черепах. Потому что эти черепахи... Они очень агрессивные, они едят все, включая растительность. Вот. То есть они и хищники, они и рыбу едят, и даже могут маленьких утят, даже маленьких утят могут ловить. Вот. И потом еще дело в том, что эти черепахи, они когда откладывают яйца, они не идут, как наши болотные за 3-9 земель, могут за 2 километра наши европейские уходить. А вот эти красноухие американские, они буквально отходят 100 метров от воды, а может и 10, и откладывают яйца. Я, конечно, не знаю, если тут маленькие, это не знаю. Но вот этих черепах, которые раньше была куплена, вот эта черепаха раньше была куплена маленькая в магазине лет 20 назад. Вот.
И они довольно быстро растут, и потом ее сюда выпустили, и она себя отлично здесь чувствует. Вот. Но, честно говоря, забирать я ее не хочу, потому что пусть уже, ладно, пусть они тут в парке уже живут. Это уже как бы не совсем природа, это Киев. И, ну, пусть уже живут. Кстати, они и уже даже могут есть. Это такие зверюги. То есть эти черепахи – вредители. Они уничтожают нашу местную болотную черепаху. Вытесняют. Они конкуренты нашей черепахи. Я не говорю, что американская плохая, она очень хорошая черепашка. Но каждый должен жить на своей территории. То есть, ребята, мамы, папы, дети, если вы покупаете маленькую краснухую черепаху в зоомагазине или по интернету, когда она подрастет, не надо ее выпускать в Днепр или в местные озера. Не надо. Вы всегда... Ух ты какая! Смотрите, а когти же у них какие! Вот какие когти! Всегда, когда берете черепаху маленькую, знаете, что она вырастет вот в такую тарелку. Смотрите, вот такую вот вырастет. И у вас она в аквариум не поместится. Я не говорю, чтобы вы не покупали черепах, но вы всегда думаете, что если вы когда купите маленькую черепашку, она превратится вот в такую вот мордашку красноухую. Вот. Ну все, мы будем ее выпускать. Пусть уже она тут живет и размножается. Прощайтесь с нашей американкой. Желайте ей всего хорошего, чтобы она пешком скандыбала в Америку. Ну, вряд ли у нее это получится. Все. Поплывет она сейчас. О! Ну ладно, будем с вами прощаться. Любите зверюшек, жаб, лягушек, людей не обижайте. И красноухих черепах в европейские водоемы не выпускайте. Всем пока-пока.